Теперь хочу рассказать о сангвинике. Если вам достался ребенок сангвиник, то это обычно праздник для родителей. К счастью, таких детей большинство. Эти детей отличает легкость в общении, им легко дается обучение, для них, им, у них разнозначно работают процессы возбуждения и торможения. Ребенок как быстро увлекается чем-то, так способен быстро переключиться на что-то другое. Единственная проблема этого темперамента – это то, что детям не очень свойственно погружаться глубоко. Вот флегматики очень любят глубоко все понять, до всего докопаться и во всем разобраться. Сангвиники, если не делать упор на то, чтобы ребенок более внимательно, более кропотливо сделал домашнее задание, вник в то, что он делает, сангвиники предпочитают все схватить по верхам. Вроде везде обо всем знают, все поверхностно усвоили и попрыгали дальше. При грамотном подходе, вот при том, что родители будут останавливать на каких-то темах, которые нужно усвоить, на каких-то нюансах и постоянно обсуждать с ним то, что они проходят, делать упор на то, что они должны усвоить качественно то, что они изучают. При таком подходе из них вырастают замечательные люди, глубокие, при этом очень легкие в общении и удобные для окружающих.